Всем привет! Хочу показать то, что у меня цветет сейчас в сентябре, и показать вам двух пиратиков. Но это мой пиратик бабочка, который я покупала с несколькими раскрывшимися цветочками. Посмотрите, в итоге он у меня раскрыл все свои цветочки. Цветение магазинное оказалось более яркое. И постепенно почему-то цвет потерялся. То есть вот эти цветочки, это уже у меня раскрылись. А последний, посмотрите, даже уже один листик без защипчика на этом листике. И вот на этом цветочке один цветочек уже без защипчика. Не знаю, как будет цвести в дальнейшем. Посмотрим. Вторая кисточка, все цветочки за щипчиками, но цвет тоже, посмотрите, какая разница от начального цветочка до моих цветочков последних. Ну, радует, что открыл все цветочки, немножко они мельче стали, но все равно, конечно, такая красота, такое облако цветов, просто красота. И рядом для сравнения хочу показать и второй пиратик. Второго красавчика, который сейчас участвует у меня в розыгрыше. Он также продолжает шикарно цвести. Вот, мой цветочек на нем раскрылся тоже, видите, более светленький. Камера у меня немножко высветляет, он немножко он такой более насыщенного цвета. Вот, на два цвета носа. Все цветочки держит. Вовсю цветем. Вот такая красота. Простой пиратик получился в итоге, по крайней мере, там магазинные, которые цветочки покрупнее, чем бабочка. Ну, посмотрим, какое будет мое полное цветение. По розеточкам, розеточки приблизительно одинаковые, что на одном, что на втором пиратике. Вот, так что вот смотрите, какая красота. Буду надеяться, что это все будет цвести очень долго. Конечно, магазинные цветочки очень красивые. Яркие-яркие. Не знаю почему, или из-за переизбытка света, или еще из-за чего. Но мое, конечно, цветение не такое насыщенное получилось. Ну, говорю ж, посмотрим в дальнейшем, как пойдет. Как это все будет цвести дальше. Конечно, он очень красивый. Посмотрите, долго очень держит свои цветочки. И мне чем нравится, очень компактные розеточки у него. И у одного, и у второго. Достала на полив свою красоту. Вот посмотрите, до сих пор цветет. Хотя уже почти середина сентября. Часть цветочков, конечно, уже сбросила. Вот тут еще несколько, может быть, вот скоро тоже сбросится. Но в общем, еще посмотрите, сколько красоты. Я рассчитываю, что она у меня еще подцветет. При этом мы отрастили за это время два листика. Листики у нее интересные, немножко с волной. Кругленькие. Нарастили кучу корней. Видите, даже вовсю лезут наружу, пытаются вылезти. Также, правда, уже двумя цветочками доцветает моя красотуля,
Розовая. Осталось, конечно, да, всего два цветочка. Но смотрите, еще до сих пор цветут. И они действительно очень-очень крупные и красивые. Также за это время мы отрастили вот такой длиннючий листик. Очень красивый. Сейчас тоже поставила на полив. Поливаемся. Ну, немножко отступление. Вот посмотрите, цветут мои долгожители фиалочки. Вот такие красоточки. Зимой она с окантовкой с белой. Сейчас она вот такая вот. И еще одна. Уже начинает немножко отцветать. Там один цветочек. Но все равно очень красивая. Вот зеленой каемочкой. Действительно очень красивая фиалка. Ну и как же без моей красоты? Белоснежно-желтой. У меня распустился только один цветочек. Несколько цветочков уже было. Она с желтой каемкой, очень-очень душистая, но почему-то вот камера, и сейчас я включила верхний свет, совершенно не передается вот эта каемка. Крайней мере, я вообще не могу ее поймать. Ну и цветочки уже скоро будут отцветать, наверное. Каемочка, конечно, стала уже не такой яркой. Ну и все равно немножко, наверное, видно. Но главное не это. Главное запах. Пахнет она обворожительно. Это мини. Это девочка сладкая. Вот такая она небольшая, зелененькими листиками. Но запах цитрусово какой-то очень вкусный, приятный. Вот на всю кухню вот этих несколько цветочков, причем пахнет она целый день. Как только вот солнышко, даже не солнышко, просто стало светло, и она начинает просто благоухать. Ну и цветочек у нее не такой уж мелкий, достаточно крупненький получается по сравнению с минечками. А розетка очень маленькая. Вот такая красота. И, конечно, котик. Котик продолжает меня радовать своим цветением. Скинул несколько цветочков своих, но при этом на обоих цветоносах, посмотрите, вот здесь он уже бутончик лезет. И на втором цветоносе тоже. Посмотрите, на втором цветоносе он уже какой бутончик. То есть он решил у меня продолжить цветение. Хотя я уже говорила, это была оценка. С корнями у нас не очень хорошо. Листики есть травмированные. Но при всем этом он еще, посмотрите, стал гнать мне молодой листик, чему я тоже несказанно рада. Пока маленький-маленький, но тоже это радует. Вот такая моя кошечка. Конечно, очень красивая орхидея. Ну и вот, смотрите, к одной моей крапушке присоединяется еще вот такая вот, еще одна крапушка Вандочка. Красотуля. Она у меня только стала раскрываться, цветочки еще не набрали всю силу. Но уже есть на что посмотреть. Сейчас попробую поставить поближе.
немножко и показать в сравнении. Посмотрите, как интересно. Одна и вторая. Вот такие крапушки. Ну, в скором времени, конечно, немножко ванда еще будет крупнее. Цветочки разойдутся. Вот такая красота. Люблю очень крапушки. Доцветает моя уценочка. Ну, смотрю, как бы у нас все хорошо. Вот. Цветочки, конечно, они как-то более желтые, но здесь на моей камере очень сильно высветляется и не видно. Она не сильно, но у нее такой приятный сладкий запах. Это еще одна крапушка к моим общим крапушкам. Надеюсь, я скоро увижу и свое цветение. Ну, правда, на старых цветоносах, вон, видите, все-таки, мне кажется, должно пойти. И они должны проснуться. Очень хочу. Ну, я даже рада, что эти цветочки до сих пор держатся после всех обработок. Это тоже очень приятно, хоть их всего несколько. Ну и продолжает цвести моя труженица неутомимая. Уже сколько времени цветет и цветет и радует меня. Моя крупная красотулька. Посмотрите, какая прелесть. Листики у нее, правда, все смотрят в ту сторону. Она у меня стоит, к окошку тянется. Я только ее поливала недавно. Не знаю, может быть, скоро придется ее пересаживать, потому что смотрите, что там уже творится. Ну, пока жду. Это единственная орхидея, у которой осталось немножко мха. Сверху я мох выгребла. Но там чуть-чуть между всем осталось. Но я стараюсь ее держать по суше. Вот такая красота цветет у меня в сентябре. Такая поляночка. По-моему, замечательно. На подходе еще две вандочки у меня. Есть еще немножко с бутончиками. Ну, с бутончиками я пока стараюсь не показывать. Надеюсь, вам понравилось мое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всегда рада. Задавайте вопросы, всегда с удовольствием отвечу. Всем пока-пока.